Смотрите, кто едет. Что мой сын придумал. Короче, сегодня 30-летие моему сыну. Стив готовит обед. Он, я уже украсила. Сейчас покажу ближе. Окей. А вот Артур на роликах. Артур на роликах. Короче, укатывает, укачивает. Смотрите, на что мой сын придумал. 30 лет! Новый метод укачивания ребенка в коляске. Сейчас покажу, как я украсила. Значит, когда я была беременной Артуром, да, у него был ультразвук уже, но он повернулся попой ко всем. И я так и не знала, вот это сюрприз был. В общем, я не знала, будет мальчик или девочка. Я вот чувствовала, что будет мальчик, но всем говорила, что девочка, Маргарита, причем так это... Что, так говорила, что все верили, вот поэтому я украсила красное и синее. Еще синее это наше здесь мексиканское Thunderbirds, синий цвет, то есть мальчик или девочка, тарелки красно-синие, стаканчики все-таки синие. Вот приготовила фотографии дня рождения Артура, это ему 5 лет здесь. Значит, моя идея была новый велосипед, это у него второй велосипед был. Вот он проснулся и получил в подарок новейший красный велосипед. Это именно день 5 лет, когда ему было. Вот на Таирова, когда мы с Сашей жили. И моя идея, я руками сама пошила эту пижаму. Вот это вот моя первая футболка, которую я себе заработала там в 15 лет. И это руками пошила, и вот именно ему. Так что раздет он у меня не был. Сама шила, даже если не было денег ни на что. Секонд-хенда тогда еще не было. Вот, сама пошила. И чтобы не было вот розовое-розовое, то есть я дополнила коричневыми кусочками, был какой-то материал. Вот я ему пошила. И велосипед на 7-м километре, значит, подарок он впервые увидел. И когда он открыл глаза, это, конечно, для него было... Вот надо было видеть его лицо. Вот это сразу я сфотографировала своим собственным фотоаппаратом Fuji, который мне подарили. Значит, наградили за хорошую работу, когда я работала в Fuji фирме главным бухгалтером. А корабль я поставила, это Данила корабль. Уменьшенная версия у Артура. Такой же самый огромный корабль я ему подарила. Вот здесь он на фотографиях есть, на его 7-летие. На восьмилетие, простите, я его привезла из Аргентины, и он до сих пор остался в Аргентине, я его возила туда-сюда, вот он такой огромный до сих пор, вот он там. В общем, я как-то все время старалась, идеи те, которые, вот Артуру, если я что-то дарила, то есть этот корабль намного больше по размеру, и вообще он назывался Mayflower, именно тот, который Колумб приплыл и открыл Америку. А этот Confection называется... И вот этот, который Даниилу привезли, мы его из Одессы. Даниил сам выбрал в перекрестке, в подземном переходе на вокзале в Одессе. Вот там он сам выбрал и привезли мы его в целости и сохранности из Одессы, этот корабль. И вот еще вот эти вот игрушки Артур тоже сам выбрал, вот на 8-летие, то есть корабль я ему привезла с Аргентины. Вот эти вот он, матрешки украинские, он... Я ему подарила, он сам их выбрал вот на 8-летие, когда у него день рождения было. И как раз совпало 8 лет, что у него была ветрянка. Ветрянка сильнейшая. Вот он такой довольный. Значит, мы из дома не выходили, потому что был карантин. Торт. Вот этот шоколадный одесский фирменный. Я бежала рано утром и купила за свои деньги. Саша вот его, так сказать, обнимает. Он жаловался, что у него нету ни копейки. И я ему дала денег и сказала, вот, типа, от тебя, ну, это были мои деньги, поведи его в Макдональдс. Вот
Значит, это там все, в общем, на мои деньги было куплено. А вот Клава с Пашей пришли, это именно на день рождения, принесли в подарок арбуз Артуру. А вот этот торт шоколадный одесский, он кажется, то ли он от Рада, какой-то там фирменный. В общем, я бежала за ним аж на Дерибасовскую, помню, пешком. Вот это все, это на Осипова фотографировались. Вот, то есть я не на Сашину... Ребята, кажется, шампанское принесли. Я тогда еще пила в 2005-м. Все. Вот как покаялась, все, не пью. 2005-го. Я не пью, не курю. Вот. Славлю Господа. И благодарю Господа за все это, что поотнимал все эти привязанности плохие. И освободил от всего этого. Так вот... Зовут матрешки, и у моих детей Даниила и Дженнифер тоже матрешки есть, и вот они сохранились, и тоже они их выбрали у себя в Одессе, а эти матрешки, они же очень дорого стоили, там $50-60, я тоже их принесу, в общем, очень дорого, они как сувенирные, ну, вот такие вот, ручная работа, и до сих пор вот эта матрешка должна быть, наверное, там, где Артур, вот в этой комнате гимнастической, где они сейчас находятся с Валюшей. И покажу вот эти матрешки, такие же. То есть я не просто одному ребенку, а вот и второму, и третьему тоже, чтобы они не ссорились, вот все это вот. И животных, вот поэтому у нас здесь сейчас два попугайчика, а у Артура был попугайчик, а потом Петруча в Аргентине, а потом еще в Одессе, когда он подростком был, вот с 13 лет, пока мы с 13 до 15 жили в Одессе 3 года. Тоже у него были животные, и собачка, и этот вот, и кот, и собачка, и шиншилла, вот шиншилла, и собака-кот, и попугайчики, и не один, аж два. То есть первое животное у Артура был хомячок, который я ему подарила вот на 8 лет, и мы его хотели отвезти в Аргентину, но у нас не получилось. В общем, там еще $100 надо было заплатить, кроме всех налогов, то что, ну, в общем, последнее надо было. Я думала, что я все приготовила, все эти вот разрешения, они сказали нет, еще $100, а это были у меня последние $100. В общем, я сказала нет и нашла людей, которые там прямо в аэропорту, в общем, потом взялись на время и потом передали моему биологическому отцу. Вот так. Потом найду фотографию с хомячком. Первая зверюшка, первое домашнее животное Артура. И звали ее Хома. Хома, то есть я подарила ему вот этот корабль, Хому с клеточкой. И где же она, наша Хома? Вот сейчас ее нашла. Вот она, Хома, этот корабль, вот это ему 8 лет, и это ему купила халат шикарный велюровый, и все за мои деньги, и торт, и даже вот так сказала, то, что Саша там плакался, что денег у него нету, всегда у него типа нету, бедный, несчастный, и врет, не верю больше, в общем, не верю ни единому его слову, вообще брехун, такой брехун оказался, что, не дай бог, никому не желаю с этим челком это вот связаться, но, знаете, Бог их и его душу хочет спасти, и поэтому все это рассказываю, вот эту Хому, так мы до Аргентины не довезли, но там, я там пожалела, и, в общем, одного попугайчика, которого бросили, и вот так появился у нас Петруча. Вот так, пока.